Прогнозы медиков оптимистичны. Четверо пассажиров рейса Ишкар-Ала-Юрина, пострадавшие в ДТП 16 ноября, идут на поправку в больницах Мариэлы Татарстана. Планируется, что на этой неделе вернется домой 14-летняя девочка, которая после аварии проходила лечение в Казани. Сейчас ее перевели из реанимации в обычную палату, и ее состояние оценивается как стабильное. Будет стоять вопрос о переводе ее сюда к нам по месту ее жительства, то есть к нам домой обратно. Вертолета уже тут не нужен будет. У нас есть специализированный транспорт, реамобили, которыми мы воспользуемся. В начале недели будет стоять вопрос о консультации ее врачами-специалистами. То есть они доделывают дополнительное обследование еще, которое мы не можем сделать здесь на своей базе. То есть Казань это как бы там федерального больше уровня. И уже к концу недели мы созвонимся и будем решать вопрос о переводе. Добавлю, что трое остальных пострадавших – это 7-летний мальчик, 17-летний юноша и 41-летняя женщина – сейчас тоже находятся в палатах, и их состояние опасений медиков не вызывает. Хотя процесс реабилитации предстоит длительный. Напомню, что Александр Евстифеев подписал постановление о выплате компенсации пострадавшим и семьям погибших. Ситуация находится под личным контролем главы региона.